Всем привет! Супер Киборг или Супер Дистро. Ого! Так, Option. Революция. Мы можем поставить разрешение. Ебать тут. До какого? Окно. Полноэкранные эффекты. 1-2. Все управляется исключительно этими, как его, клавиатурой. Компьютер пару раз мигнул. Отлично. Так. И новая игра. И да. Видеоигры, они больше не... Подождите, я могу сделать что-нибудь о нем. А может сделать людей злиться снова? Ну и все. И оу, ту-ту-ту-ту-ту. Я какой-то синий мудак, бегаю я просто так. Я могу, наверное, даже стрелять, но я не знаю, на какую кнопку нажать. Если сейчас я остановлюсь, я, наверное, сейчас... О, есть! Тут проблемка, я не знаю, как лазить. А? Майка? Розонька, которую я сейчас снял вчера? Положил вот туда, в угол. Да-да-да. Ну, первая кровь. Чё первая кровь? Я не знаю, как лазить. Будем аккуратно играть. Смотри, как я опасно, аккуратно иду. Я чемпион этой игры. Упс.
Что такое, меня убили? Сложно? Что? Я не научился, может и есть. Я сюда не пойду уже. Надо на край встать. И представляешь, все заново, да ну нахрен. Если я сейчас не найду никакую кнопку, там F1, Option, есть контроллер, видео, аудио. Мастер. Эффекты. 0.6. Нет. Так и не понял, как управлять. Да как он стреляет, честно. Слышь, ты всю игру должна пройти вот в таком вот виде. Еще патроны заканчиваются. И нет никакого ни статистики, ничего. Интересная игра. Я считаю, что она прикольная, но она нереально сложная. Потому что, во-первых, я не люблю игры, где нельзя сохраняться. Нет, а смысл-то? Я, конечно, не спорю, что это в этом круто. Есть, но тогда хотя бы они сделали какую-то статистику, докуда я могу дойти. Ты спать ушки? Я тоже иду. Всем спокойной ночи!